Эльза, смотри сюда. Эльза, сюда. Олаф. О, вот. Смотрим здесь. Это Олеся. Всем привет. Вы на канале. Мы на канале Мисс Пич. Да, Пич. Опять Мисс Пич? Может быть, сегодня на канале Мисс Эльза. Давай. Давай Мисс Эльза будет сегодня. Мисс Эльза, вы на канале Планета Алис, который сегодня будет канал Мисс Эльза. Хорошо? Что будем делать сегодня? Подожди, Алис, как это называется? Давайте посмотрим. Анна и Эльза. Анна и Эльза, фотостудия Пати. Мы будем делать сегодня, мы будем открывать коробку с фотостудией, посмотрим, что там есть, и будем делать свою фотостудию. Давайте смотреть, что есть. Олаф. Есть такой Олаф. Эльза. Эльза, ох ты, какая Эльза большая. Да, но мы сейчас расставим. Олаф, Олаф, дай, не ставь пока, Жюстин. Давай все вытащим, а потом все расставим. Да, такой Олаф. Подожди-ка, покажи. Это задник такой, фон, да. Держи. Есть давай вот такая принцесса, вот принцесса Эльза. Ох ты. Так, это здесь вот такой вот фон. Вот такой красивый, ледяной. Есть такие рожки от оленя. Ага. Давайте это все сюда, в сторонку, посмотрим, что есть еще. Так, косички Анны есть. Что еще? А, Эльза. Косичка Эльзы есть. Вот так. Здорово. Давайте сначала фон прикрепим, девочки, а потом будем все это мерить и делать вот красивую. Так, давай посмотрим, что еще. Доставай. Складывайте все, что есть. Есть это. Это я не знаю, что-нибудь привязывать, наверное, если можно. А вот это, так. Это у меня. Хорошо, складывай. Что еще есть? Есть рот от Олафа. Ага. Есть Олаф такой. И еще что есть? Есть это. Вот так, это от оленя, по-моему, да, все? Да, ух ты, здорово, да. Давайте. Это веточки от Олафа, Алис. От Олафа, помнишь, он в руках такие вот веточки так держит? Не на руках, а вот так. А, вот так он, да, вот так. Ой, здорово. Есть это. И есть палка для селфи, да, ой, даже есть палка для селфи, ну здорово, но мы будем делать не селфи, сегодня мы ее не будем подсоединять, но вообще полезная вещь. Угу, давай, ну что, давайте фон прикрепим, да, и будем делать красивые фотографии, давайте. Так, ну что, мы расставили красиво декорации, давайте-ка. Так, вот у нас Эльза, Анна, Анна, нужно тоже парик надеть. Ой, какая красивая Эльза. Жюстин. О, нет, уметить. Какая у нас красивая сегодня Эльза. Какая Эльза. Ой, как она хорошо позирует. Чуть-чуть сюда головку поверни, Эльза. Теперь Анна. Так, внимание, сюда чуть-чуть голову. Внимание, улыбочка. Вот, замечательная фотография. Так, Алис, это что за улыбочка такая у тебя смешная? Вот такая, да? Вот, вот так, очень хорошо. Подожди, Жюстин, ты кто? Давай корону померить теперь. Ну-ка, Алис, смотри-ка. Давайте, внимание. Эльза чуть-чуть побольше. Вот, Эльза, чуть-чуть побольше тебя, Жюстин. Ой, эй, Эльза. Алис, смотри сюда. Итак, а ты кто, Жюстин? А я никто. Эльза, бедная, что-то ты падаешь. Давайте-ка. Я буду тоже Эльза. Давайте, теперь две Эльзы. Ну-ка, смотрим сюда. Ой, с такими еще губками. Смотри сюда, Алис. Вот такие две Эльзы. Так, а кто теперь у нас будет Олаф? Давай теперь Жюстин будет Эльза, а ты будешь Олаф. Ой, падает.
Так, ну-ка сюда посмотрите, Олаф и Эльза, посмотрите-ка сюда. Я не могу еще яйца. Так, очень красиво. По-моему, нам не хватает оленя. Кто у нас будет олень? Ну, можно я. Давайте Зельду. Давайте Зельду. Зельда? Зельда. Ой, молодец. Так, Алис, садись. Алис, ты хотела... Пусть будет папа. Алис, ты же хотела Анну взять, Алис. Зельда, Зельда, смотри. Это в другую сторону повернуть, вот так, косичку. Нет, вот так. Нет, вот эту косичку в другую сторону. Косичку Зельда, ты... Так же. Вот так вот сейчас, Зельда. Правильно. Зельда, но пляс, пляс, Зельда, пляс. Сюда. Давай, молодец, давай, Зельда, пляс. Давай. Вот так. Зельда. Зельда, пляс, Зельда, давай. Но. Зельда, нам нужен олень. Давай, Зельда. Зельда, садись на пенек. О, нет, олень такой нам не нужен, который валяется. На пенек олень. Зельда, давай. Давай, ты будешь теперь Анну. Держи Анну. Так, садись, 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 садись. Садись. Палочка. Побудь немножко олень. Ты человек, побудь олень. Во, на, Зельда, побудь. Так, Зельда. Все смотрим. Внимание, девочки, все сюда смотрим. Все смотрят сюда. Ой, какой красивый олень. Анна, тебя не видно. Анна, сделай хорошо. Вот. Эльза, куда отвернулась? Все смотрим. Все смотрим. Так, внимание. Улыбочку фотографируем. Замечательно. Эльза маленько кривая. Ну, очень хорошо. Олень такой. Давайте теперь она Ола будет. Давай теперь еще. Она Ола. Вот еще. Это ей нужно сдержать. Смотри. Этого можешь убрать пока, да. Это ей нужно держать около уха. Эльза, смотри сюда. Эльза, сюда. Олаф. О, вот. Смотрим сейчас. Зельда, Зельда. Нет, не приходи, сиди, сиди. Эльза, мы сейчас кролика возьмем Олафом. Она будет крывать. Вот, давайте. Олаф. Зельда, ну по... Зельда, побудь Олафом. Жюстин, ну ты все время снимаешь. Жюстин. Олаф, ты зачем пасть открыл? Нет, Анна, закройте ротик, пожалуйста. Жюстин. Эльза. Давайте. Эльза, Зельда, Зельда, смотри сюда. Кошка. Неправильная команда. Ладно, папа, принеси Ребекку. Зельда не слушается, мы будем Ребекку делать. Вот, ну-ка смотрим все сюда, девочки. Ребекка, ты такая красивая принцесса у нас. Вот. Спасибо. Очень здорово получилось. Вот. Улыбаемся. Улыбочку. Ребекка, улыбайся. Анна, Эльза. Нет, уже не Эльза. Вот так. Все улыбаются. Внимание. Бум. Наша Эльза потеряла маленько свою эту корону. Еще один дубль. Внимание. Улыбочку. Фотографируемся. Замечательно. Всем спасибо. Такая молодец Ребекка. Молодец Ребекка. Погладь ее, погладь, чтобы она была довольна. Ну вот. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пока-пока. Пока-пока.